Hey, yo, guys, с вами Шумики, и мы продолжим проходить игру под названием Far Cry 3. Я тут смотрю одну вещь, что... Как бы сказать такое? Сейчас. У нас нехватка с вами вещей. Ну, не вещей, а то есть... Нету прогресса по сюжетной миссии. Типа, да, мы сейчас идем по какой-то сюжетке. Но это, скорее всего, сюжетная миссия. Но нам показано, что это не она. Я сейчас объясню вам, что я имею в виду. Так, где ты? Так, сейчас. Путеводитель. Вот по прогрессу, вот. Сюжетных миссий. Всего лишь две выполненных. Всего миссий у нас 38. Вот аванпостов у нас стало 14 и радиовышек 7. Но это уже получается в другой части карты. Ну, рецепты, не знаю, это же, скорее всего, создание для шприцов. Ну и все. Но скоро уже конец. Так, холодное оружие. Ничего новенького, да? Лады. Это выход? Стоп, где выход? Первым делом мы сейчас отправимся с вами на меточку за нашей фиговинкой. Типа за этой реликвией. Возьмем реликвию и отправимся далее. Так, это... А, нет, это кабан. Так, ящичек сразу возьму. И второй ящичек. Так, а далеко ли нам вообще идти? Миссия у нас здесь, но я думаю телепортнуть сюда. Хотя ладно, пойдем на миссию с вами. Возьмем миссию. Захватим как раз две реликвии. Там разберемся. Ладно, давайте, короче, я вместе с вами побегу. Так, я вижу их. Тихо-тихо, я не хочу с ними сражаться. Экономлю патроны. Бля, 400 метров. 400 метров это, с одной стороны, очень далеко. Можно ли как-то вообще убрать орудие? Нужно найти машину по пути. Если найдем, нужно ее взять будет. Позаимствовать. Кажется, если я побегу так боком, то быстрее прибегу, чем обычно. Хотя на машине с моей ездой, супер ездой, все можно было и прокрутить быстрее. Вон со мной вместе дикий олень бегает. Нужно еще будет посмотреть, сколько у меня этих очков навыка. И открылись ли еще новые. Либо мне нужно продвинуться по сюжетке, чтобы мне типа набили продолжение татушек. И сбираться, допустим, вот такой слон, я не могу забраться. Я могу забираться там, где вот такая трава. И то не всегда, ладно. Походу, да не, нашел я дорогу. Потом, что нам далее нужно будет? После миссии, скорее всего, заберем немного реликвий. Так, я не понял. Соберем немного реликвий. Для прокачки, чтобы прокачаться полностью. Так. Музыка пугающая. Что происходит? Так, мы уже добегаем, все. Грязные алмазы, поговорите с Герком. Герк. И мы с вами, по-моему, в прошлой серии собрали полностью кусок карты, да? Эй, Герк. Ну, типа, компас, как они его называют. Компас указывает вниз. Да? Где привет? О, что ж ты. Учим историю. Могила Лина Кона. Есть легенда, что он стал типа фараона и заставил местных построить ему гробницу, прежде чем Джанхэ сжег его империю. Никто не знал, где эта гробница. Но у меня есть догадка.
Бон вояж, друг. Все? Это вся история? Не проблема, сделаю. Так, с прежний Джеймсон. Чем мы прыгнем? Дай мне полутать здесь все. И понять насчет реликвий. Если они внизу, то окей. Если нет, то не, они, кажется, внизу. Только нужно теперь спуститься. Давайте спрыгнем. Но нужно склон хороший. Я не разобьюсь. Кажись, я его нашел. Ну что? Бомвояж. Вау. Когда падаешь, типа еще выше, кажется. Так-с. Сначала отправимся. Где? Где реликвия? С этой стороны. Заберем здесь реликвию. И так, и после этого уже пойдем на другую сторону. Чайка. Ладно. Этих животных я уже убивал. Так, главное не упасть. Ох ты ж, ё-моё. Давай. Залазим. Прикидай, сейчас на самый верх просто заберусь, да и все. Да не. Ой. Да, здесь нужно было разбег. О, все, вход в храм. Так. Деньги, пауки. Следующее нужно будет, наверное, купить мне Крис. Так, теперь на ту сторону, да? Вперед. В самой глубине там навряд ли что-то будет. Угу. Полезли. Так, найдите вход. Нашел. А ну-ка, я лучше реликвию сначала возьму. Сначала реликвию. Посмотрю. Так, это собирается? Нет. Так, понял, как мне сюда выбраться нужно будет. Все, побежали тогда вход взрывать. Или опа, он откроется с помощью ключа. Как обычно это происходит. А, мы просто зашли внутрь. Новые побочные задания из соревнований станут доступны после освобождения ванпостов. А, и... Да, все. Прокрутился, и время идти. Так, смотрим. Я думал, сейчас опять будет наркомания. Храм Будды. Так. Вот черт, тупые шавки. Вот. Черт, я подцепил отрывки триппер. 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 Что они тут делают? Их баг, что ли, навел? Жарко! Не, пускай меня собаки захрестут. Давай. Да уж.
как тогда мне нужно было это провернуть? Ой, надеюсь... Ладно. Я отсюда начал. Так, значит, сразу. Так, деньги. С лука убью его, да и все. И не буду морочиться. Что это? Мне послышалось? Холодное пиво. Да, было бы круто. Давай лутай. Все. Давайте еще один. Следующий где? Когда найду его, око за око, ублюдок. Давай, 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 я жду. Вот туда может наверх? Нет, нельзя. Дело в том, что они еще не знают, где я. Да, да, давайте. Тяжело же посмотреть за 100 метров, 50 метров. Двигается он, двигается или нет? Я не пойму вот этого. Тела. Да? Распознает. А ну-ка сейчас проверим. Что они тут делают? Их баг, что ли, навел? Нихера тут. А ну-ка. Да нет. Не пойму тогда. Облутай, пожалуйста. Так, вот здесь нужно уже брать орудие посерьезней. Вот, сука. Все? Все? Я спрашиваю. Нет, идут. Это что было? Показалось, ладно. Так. Вот черт, ладно. По стелсу не вышло. Так, там тоже был проход. А, все, окей. Так, тихо. Не платят за то, что я вожусь с этим дерьмом. Тихо, 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 тихо. Парень, парень. Будь спокойней. Так. Тут все забрал. О, броник. Броник мне нужен. Фу, подумал, микрофон опять забыл опустить. Поехали. Контрольная точка.
Ой, а их тут дофига я вижу. Ладно. Так, попади. Готово. Не попала граната твоя. Даже... Так, вот эта вот херня уже. Скелетики тут. Тихо, тихо, тихо. Главное самому не загореться. Все убиты? Да, все убиты. Тихо, еще есть. Ай-яй-яй, плохо спустился. Кто у меня там палит? А? Даже так. То оказывается больше метров. Это оказалось больше метров. Так, тут что-то есть. Тихо, не падай, главное не упасть. Денежка. Денежки это нужно. Так, а те как сдохли? Ядовитые пары. Ядовитые пары воздуха, это плохо. Ладно. Аптечку. Так, давайте я создам, короче, создать предметы. Супер. Изготовить. Изготовить. Изготовить, забрать. Так, создание предметов. Изготовить. 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 Так, окей, готово. Все. Где проход? Главное, чтобы мне эти дымы серьезно не убили. А, тут, кажись, кислота. Я так это и понял. Я туда не пойду. Кто, 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 кто? Тихо, Джесси, нам придется идти. Туда, может, там мы не пойдем с тобой. Ну, по такой, по прямой траектории придется. Сорян. Ядовитые пары. Ладно, побежали. Знаю, что здесь опасно, но побежали. Так, еще создам одну взрывную и даже использую. Изготовить и применить. Интересно, позволят мне ее применить? Оп. Так, я понял. Так, все, 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 игрушки закончились.
пулять по мне. Так. Кислота, кислота. Пули. К. Русская К. Так, тихо. Ядовитый пары воздуха. Тихо, 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 тихо. Живи, живи. Еще аптечка. У меня аптечка хилит полностью. Так, давай быстро смотреть. Так. Все готово, вперед. Главное пары. Пары воздуха. Пипец, уже 21 минута прошла. Давай, залазь. Залазь, Джейсон. Эх, нет. Так. Сразу дробаш перезаряжаем. Нож теперь мой. Все? Все. Даже дверь, что и раньше. Юзаем ключ. Давайте, Лана. Тизам, откройся. Забытых. Ух ты, как просторно. Ну ты смотри, что тут везде кислота, во-первых. Мост накрылся. Должен быть другой путь. Мы... Да, я нашел путь другой. Так, Джеймсон, Джейсон, давай, чтобы не сдохнуть. Так, здесь есть что-то? Здесь нифига нету. Ай, блин. Пахнет серой. Или это не все так меня? Так, это что, моментально все сейчас начнет кипеть? Все? Готово. Тихо, тихо. Почему ты так рванул? Ножик, мы идем к тебе. Так. А вот и он. Неудивительно. Так, сначала... Ага, она отодвигается? Походу, она отодвигается. Слушай, Джейсон. Я змею слышал. Либо это пары... А. Ой. Ладно. Ловушек, я надеюсь, тут нету. А парень был совсем чокнутый. Так, готово. Давай пройдем с тобой вперед, посмотрим, что здесь. Ой, не нравится мне вот эта дыра. Щелочка. Главное, чтоб нас не затопило, как обычно. Ой, ладно, поехали. Я, наверное, вместо дробаша возьму этот.
пистолет с глушителем. Вот так. Бегом! Ё-моё. Нет, 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 я хочу жить! Давай, 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 Джейсон, Джейсон, вылазим, вылазим, вылазим. Как в Индиана Джонсе. Фух. На вкладе прогресс в пути водителя вы можете узнать, как близко вы подобрались к чему-то там. Линконг. Я что-то там. Тебя нет. На этот раз нет. Ты нашел? Наш? Гробницу? Да. Так, давайте сначала посмотрю, может, реликвия поблизости есть. И я не ошибся. Нет, я иду. Встретимся у меня. Пипец, сейчас бы урон получить, просто прыгнув. Да, я понял, что мы встретимся у него, но сначала я должен... О, это же следующая миссия начинается. Грустное воссоединение. Да, я так и понял. А, все хорошо? Кажись, все хорошо. Так, крабики. Так. Акула. На поверхность, на поверхность, на поверхность. Окей. В принципе, следующая у нас начинается миссия. Давайте тогда пособираем еще что-нибудь поблизости здесь. Вот я вижу реликвию, почту, реликвию, реликвию. Давайте, значит, за это сходим реликвии. Я продолжу, когда я до тут дойду. Гляньте, короче, сейчас. Вон, хери, видите? Новое животное. Тихо. Я вначале подумал, что это гигантская акула. Манта. Манта. Американские животные, они сильные и... Они сильные и парят под водой, как орлы. Они всегда в движении. А мелкие мексиканские рыбешки бесплатно чистят им жабры. Новое животное. Я, короче, проплыл вокруг этого острова два раза, но я нигде не нашел проход. Поэтому будем как-то забираться на гору. Так. С разбега, с прыжка. Оп-оп-оп-оп-оп. Не знаю, по сути, может быть, и задумка была сначала другая. И реликвии находятся под островом, а нет. Реликвии находятся в храмике. Так, следующая у нас реликвия находится... Даже не реликвия, а письмо. На соседнем острове. И, похоже, она находится в том в домике. Поэтому давайте, короче, быстро... Ой, давай не умирать. Ладно, заюзай шприц и поехали. Вот я, считайте, уже и пришел даже. И нас встречает мужик. Привет. Все в порядке? Эй, привет. Здорово. Так, где-то здесь неподалеку. Так. То на выход. Нужно будет закупить же, у нас уже как раз денег. Много-много. Так, то на выход. Так, бункер. Так, деньги. Ух, нихера, тут магазин боеприпасов. Так, подождите, а письмо? Я письма здесь не вижу. Кажись, оно наверху. Не там, а где-то здесь. Ладно, полезли вверх по лестнице. Какой яркий свет. Так, разбитый самолет. Ну, если верить, то где-то именно здесь.
это письмо и находится. Честно, я без понятия даже. Может, здесь есть проход вниз? А, ну здесь мы были, подождите. Ну как именно были? Так, кто-то освободился. И уже, в принципе, время, поэтому давайте найдем письмо и закончим эту серию. В следующей серии мы продолжим с вами с миссии. И второе, это мы по пути еще добудем эти реликвии. Так, а сначала нужно все-таки найти эти письма. Я почему-то ничего вообще не вижу. Либо мне нужно... Так. Оу, привет. Я тебя не заметил. Так. Выходим на свободу. Третье письмо Моги. Генерал Ямагата. Я разочаровал в своих солдатах, генерал Ямагата. Я считал, что они все выдержат, но я заблуждался. Могу себе только представить, что... чтобы я смог добиться, если бы под моим началом были те, кем командовали вы во время Первой мировой войны. Так. Я уже упоминал рядового Тадао. Он плачет как ребенок, когда думает, что его никто не видит. Он разозлил... он заразил меня своей слабостью, и теперь она распространяется как болезнь. Другие солдаты скучают по дому, они защищают его, как будто от этого не станет мужиком. Спрашивайте, зачем нужен радист, если мы не можем послушать новости. Рядовой Тадао утверждает, что радиорелейной станции на ближайших островах... Так, на ближайших островах выведены из строя. Но я считаю, что во всем виноват он. Майор Куромоги. Ну, типа того. Ладно, давайте тогда на этом закончим. В следующей серии мы с вами сначала отправимся за реликвии, за одной и за второй. А после уже отправимся на саму миссию. Хотя можно будет... Да, отправимся на миссию, поэтому... Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.